Не понял, смотри, что тут. Ты видишь, что это? Можно продолжить. Загрузить историю, это что? Каноническая версия. Так, посмотрим. Ну все, конец. Конец, хорошо. Это каноническая версия, то есть та версия, которая по факту, я так понимаю, и задумывалась, да, разработчикам, каноничная. Вот, не какая-то альтернативная, а каноничная, то есть которая должна, которая и задумывалась. Это окей. О, это мог выбрать сцену, слышишь? Бля, ну, в целом. Давай я вот отсюда начну. С воссоединения. Потому что вот это, типа, ну, не особо мне. С воссоединения начнем. И, в принципе, сколько там? Раз, два, три, четыре. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 глав. Ну, вы сцена, точнее, 17. 15, 20, 21 сцена. Угу. Давайте тут начну, и еще какие-то моменты буду вставлять. Вот, с выбором. Да, чтобы ты тоже видел. Ну, ну, не будет прям полноценный видос, хотя было бы неплохо, если полноценный видос, да, ну, типа, с альтернативным прохождением, но это будет очень долго, ребят, поэтому... Расставлю моменты, где выбор, какой я сделал, и все. И будет концовка. Краски сама. Думаю, так будет правильнее. О, привет! А, так у нас все сохранено здесь, да? То есть все эти... А, вот одну надо найти еще. Раз. Два. Три. Четыре. Три. Четыре. Пять я еще подсказок не нашел. Пять подсказок я нашел. Можно найти их, кстати, тоже. Почему нет? Стой! Не туда идешь. Надо идти к городу. Вместе, втроем. Книга истории язычества. Книга по названием «Дикая магия. История современного язычества» описывает священные предметы чучела и кукол. Та самая игрушка, кстати. Прикинь, в самом начале просто пропустили. О, бля. Просто в самом начале пропустили с тобой. Значит, давай посмотрим, что там было написано. Ну, это мы с тобой видели. Вот та самая, короче, та самая кукла. Угу. Прикинь, в самом начале лежит. В самом начале, блядь. В самом начале. Так, здесь ничего больше нету. Так, здесь пока больше ничего нету. Поэтому идем дальше. Эй, Дэниел, ребят! Я не ребята. Ну как вы там внизу? Дорога тут отстойная, но мы в порядке. Эта прогулка убила мне одежду. Это главная новость? Твоя одежда? Правда? Эти шмотки, наверное, стоили больше, чем ты заработал в жизни. Денег у меня хватает, не беспокойся. Деньги. Вот что ее интересует. Эй, что происходит? Ничего, просто пытаюсь их подбодрить. Дэниел, телефон при тебе? А то на моем сигнала нет. Наверное, выпал при аварии. Мы тут на всю ночь? Мы пойдем дальше. Пока.
А туда мы с тобой не видели. Вот это мы с тобой не видели, кстати. Все в самом начале, ребят. Все в самом начале еще находится. Мы это тоже человек нарисован, видишь? Надя, я их чал. Вот здесь чал. Может, это кукла все-таки? Рад вас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Сработает? Готов. То есть нам не показали, как... Я буду толкать отсюда. Готов. Три. Помнишь? Два. Один. Давай! Вот это я понимаю. Молодцы оба. Помнишь, мы шли за Денниса и вот эту старую разговаривали? А сейчас нам не показали этого. Сейчас нам этого не показали. И что теперь? Пойдем в город искать Интересно. Помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Литл Холл. А все потому, что я подошел к этим воротам. Название. Не поверите, но у Little Hope и правда мрачная история. Может, сразу пойдем? Без ваших нудных лекций? Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. О, это еще ерунда. Продолжать? Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Может, хватит? Нам тут и без тебя проблем хватает. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Думаешь, это хороший план? Идти в город? Почему нет? Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Окей. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасем вас всех. Плюс вайп нахуй. Заебись. Опачки. Смотри, что нашел. Пистолет. Белая рамка с такими желтыми пятнами. Бело-серая рамка, короче. Пистолет. Револьвер. Показывает нам. Понял? Нам револьвер показывает. Хм. Но стоит ли нам его брать? Да, в этот раз не возьмем его. Не будем брать. Подсказочка, прикинь.
Так, ну вроде пока что больше здесь ничего нет, поэтому идем дальше. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... того. Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. А вот это я не понял, было или нет, не помню, было или нет этот кошак, то, что нам кошак шел. Черный кошак за нами шел зачем-то. Интересно, зачем? Не нравится мне это место. Хоть пиво без паспорта. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут Извините, застряли? Что так ворвались. А наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Так, давай мы тебя выпьем. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Ну, оставлю тут, если что. Я бы не отказался. Вам не стоит сейчас пить. Это не пойдет на пользу. Я в порядке. Выпивка моё всё. Зачем приехали? Литл Хоуп уже не тот, что прежде. Что здесь случилось? Все выглядит заброшенным. Литл Хоуп похож на город-призрак. Туман этот. Жизнь идет так, а мы иногда стоим. Почему вы еще здесь? Если это и вправду такое гиблое место, почему вы здесь? Здесь, там. Когда как. В общем, я не могу помочь. Да что с ним не так? Есть в нем что-то странное. Он безобидный, просто выпил лишнего. Осмотримся. Должно же быть здесь хоть что-то полезное. Так, интересно, как-то повлияет, может, да? И найдется. Как-то повлияет то, что мы с ним выпили? Как мы с ним, то, что повлияет, с ним застрял в своем мире. Интересно, как повлияет это на финал. Доска для дартс. Я когда-то неплохо играл. Да, поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь. Смотри, может, к руке привести. Смешно. Я хоть пытаюсь выход найти, а ты чем занимаешься? Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл или... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл двадцатку. Ладно, что-то вы можете. Ну еще бы. Теперь утроение двадцатки. После такой ночки это почти олимпийский рекорд. На олимпийских в дартс не играют. Короче, я бы посмотрел это местечко бы. Блять, не успел, ладно. Вы оба играете хреново.
Молчите об этом, если хотите сохранить с ней отношения. Ну ладно, блядь. Так, ладно. Пока все, кстати, в норме, смотри. Здравствуйство. Короче, я посмотрел полностью сейчас это все дело, потому что, может, здесь тоже есть подсказочка, почему бы нет. Когда да. Но что-то мы с тобой да упустили. Ты вроде мы с тобой смотрели, да? Боже, может, ты, блядь, будешь смотреть это все дело? Чел. Где-то город закрывается. В статье обсуждается роспуск администрации Little Hope, закрытие фабрики, за которой последовал массовый отток жителей. Фабрика была основным источником дохода для большинства семей Little Hope. Отток рабочей силы после закрытия фабрики привел город к запустению. Ну, то, что я говорил, короче, то, о чем я говорил. Кстати, раз, два, три. Три. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 мы с тобой еще нашли, да, секретов. Можно бы посмотреть, можно будет найти еще. Я смутно помню, что тут произошло. Все фабрики закрылись. Листовка про оккультизм, старая листовка, и предлагаю посетить преступление преподобного Карсона, где он расскажет детям, что... увлекался оккультным практиками. Карсон, вот, видишь, оккультизм был, держим. Три, четыре, пять, шесть, семь. У этого места богатая история. Невероятно. Они нам как братья. Ну, это у нас было, это мы смотрели. Давай с ним поговорим. Мы с ним не разговаривали особо. Куда еще можно пойти в Little Hope? Выпивка дала в башку. Вы в порядке? Просто лишнего выпил. Мы оба не в лучшей форме.
Так вы нам поможете? Если вы можете чем-то помочь, мы будем благодарны. Нет никаких нас. Ну все, вроде бы здесь больше ничего нету. Эй, сюда. Идем дальше. Идем дальше. Вы слышали? Да, точно слышал что-то. Вы это тоже слышали? Идем. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Все равно надо идти. Удачи. В поисках и всем прочем. Black Cat Bar. Бар. Понятно, что там черный кошак, кстати, ходит. Понятно, что черный кошак ходит. Звук идет из города. Интересно. Старый пидор от нас закрылся? Суждаю. Да уж, странный тип. Это еще мягко сказано. Зачем переть в эту глушь, чтобы просто поддать? В смысле? Так, ладно, пошли дальше искать, что у нас тут есть, что нету. Вот туда я не заходил, кстати, реально. Ха-ха, вот она. Так. Чего, блядь? Еще раз можно посмотреть? Это что такое сейчас было? Ты это видел? О, новое. Знакомцы. Какая-то хуйня стояла, он пистолету направил. Хорошо, понял. Даже как она выглядит там? На, вот она. То есть здесь хорошие, так понимаю, события. Нормальные. То есть пес взять нужно в любом случае. Да, пест нужно взять, как и здесь нож. Угу. Вот. А вот здесь вот. Такие себе, видишь, плохие события. Здесь хорошие события, а здесь плохие. То есть направлять на кого-то пистолет не нужно будет, в любом случае. Ну, типа, вот это делать не нужно будет. Хорошо, хорошо, я услышал. Слышал, понял. Интересно, да? Ты перепроходишь? Это мы знаем. Вроде мы идем куда надо. А, мы сейчас вот здесь, вообще, смотри, в самом начале. То есть мы пойдем, скорее всего, как-то вот так, вот потом. Ну-ка еще. Пойдем через Стиль Джонсон, потом пойдем вот Маскар Мемориал. Кто-то пойдет, да? Кто пойдет через Маскар Мемориал, а мы пойдем через музей, потом пойдем Тиль Джонсон. Сайт. Через вот там как раз таки то. Вот та самая, слышишь? Вот смотри, вот та самая исторические руины. Это, скорее всего, тот дом, где мы были, да, я так понимаю? Да, потому что, смотри, вот церковь, мы стоя из нее побежали, и вот тот дом, в котором были, либо вон дом, который под 6 находится, в котором, ну, мы были в конце. Интересно, интересно. Интересно. Но мы это все знаем, собственно, здесь больше вроде никак ничего нет. Мы нашли свою подсказочку, это очень хорошо. Вот, пропустил то, что в начале, вот нашел сейчас. Это очень-очень-очень хорошо. Так, вон там что-то есть.
Просто сидит он и все. Так, ладно. Ну, пошли дальше. Давай идем дальше. Здесь больше пока ничего нету. Как будет, так и включусь. У меня дурное предчувствие. Разберемся. То, как возник этот туман, он странный. Можете постараться не отставать. Это что такое? Похоже на чучелка. Предупреждение? Или какой-нибудь духовный символ? Ну, не знаю. У меня от него мурашки. Не знаю. Мне даже любопытно. С меня знаний хватит. Спасибо. Извини, я тебя напугал? Не знаю, что страшнее. Это хреновина или твой зловещий интерес к ней? Многие до сих пор верят в сверхъестественное. После такой ночи ты можешь поверить. Мало ли, в какую чушь могут верить другие люди. Вот лично я не собираюсь. Ты права. Слушай, давай догоним остальных. Я больше не хочу торчать возле этой мерзости. Интересно, смотри, сейчас скримера не было. А вроде там как раз таки он и был. Опа, сюда, блядь, иди. Нет, здесь у нас ничего не будет, только с той стороны может быть что-то. Это интересно, ребят, вот это интересно. Сейчас видел, тут был скример, я помню, что здесь был скример до девочки. Но сейчас не было его. Интересно, очень интересно. Или где он здесь был, не помню. Эй, можешь подойти? Да, вот здесь он был, всё. Что там? Я кого-то видел в лесу. Я никого не вижу. Я точно кого-то видел. 100%. Прости, не верю. Ну кому придет в голову тащиться сюда посреди ночи? Ладно. Нам нужно догнать остальных. Вы двое, держитесь рядом. Ты видел, блядь? Ты видел? А это типа намек? Что за чё? С самого начала, что и как? Правильно понимаю, это намек, типа, что будет происходить? Слышала. Не помню, это было или нет, когда мы проходили что первый раз. Что это такое? Интересно. Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы там ни был, это совсем не смешно. Джон, где вы? Дэниел, Тейлор. Ну же, Джон, где вы там? Это не смешно. 3, 2, 1. Пошла. Не понял, блядь. Эй, подождите! Что это? Ты сам, вроде нельзя, да, дальше пройти.
Ну да, дальше вроде не даст пройти он. Да, то есть Кремак нужно это смотреть. С этим туманом явно что-то не так. Будь рядом. Эй. Посмотри сюда. Что это такое? Не знаю. Так, ребят, ну я оставлю вам. А может и нет. Скримак оставлю. А может и нет. Сейчас ты это узнаешь. Вот. Может, в момент, когда должен быть скример, я уберу его. Смотри, 3, 2, 1. Оставил скримак. Ну ладно, как ребят. Твое сорян, имя, сорян. Сударь. Ты кто, блядь? Ты кто? Поведай, как тебя звать, госпожа? Анжела. Меня называют Мэри. Я сама ее смастерила. Она как та, что подле вас. Соизвольте поиграть со мной. Так вот, видишь, она сказала, что типа вот, все ясно. Поиграйте со мной. Ведьмовские проделки, Мэри. Я ничего не сделала. Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Преподобный Карвер не станет ратовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Вот ее мать. Понятно, почему он понял. Все, вот ее мать, вот, смотрите. Там она нас увидела. Нас увидела. Здесь были еще люди у костра. Что? Я не вижу костра. Короче, надо было эту куклу сжечь, либо забрать свой сжечь. Понял, понял. Здесь все не так. Что бы ни случилось, это в прошлом. Вы не понимаете. Вас с нами не было. Не понимаю. Что именно там произошло? Из тумана выбежала девочка. Мы говорили. Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? Как же? Я видела танцующую девчонку ясно, как днем. Сказала, ее зовут Мэри. Она выглядела, как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не знаю, я сама не смогла разобрать. Ох, во что это мы тут вляпались? Это Мэри... Она пыталась напасть? Нет. Вряд ли она этого хотела. Ну и? Похоже, остается только дорога в город. Вы шутите. Есть идея получше? То-то же. Да, события резко обострились. Все хорошо в меру, разве только... Слабый разум смертным дан. Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти... У него пустой бокал еще, пустой бокал. То же самое. Пустой бокал, пустой бокал. Забись. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался. Узнал о многих верованиях. А, не. И обычно в каждом прикинь. Есть крупица истины. Бокал пустой-то у него. А интересно, пипем, покажи, там было что-то? Вино, похоже, типа, столкнулись с явлениями, пока необъяснимы. Интересно, интересно. Ну, зловещие силуэты в лесу. Призраки прошлого. Девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? На чем мы остановились? Анжеле не удается посплетничать с Тайлор. Она
не говорит, а Лич... А что же Джон? Прирожденный руководитель? Возможно. Он лишь кажется таковым. А еще Эндрю. Думаю, он сбит с толку. Но он ударился головой. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. А некоторые окажутся прискорбны. Мужчина в баре. Проку от него было мало, как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Хватит. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Возможно, люди в беде. Идите же, развейте этот туман. Отыщите водителя автобуса. А куда? Идем уже. Согласен. Смотрите! Стой. Стойте! Стоп! Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Что нам теперь делать? Ребят, привожу... Ну, скажу вам так, что за час, примерно за 53 минут, дошел оттуда, до этого момента, откуда мы сегодня начали, я да, вроде? Разберусь. Ну, примерно. Ждите здесь. Вот. Ну, откуда сегодня начали? Ну, короче, я записал все в один день, всю игру, грубо говоря. Я отсюда сегодня начал. И я дошел сюда до час, за час, а не за сколько. Ну, да, примерно, хотя там 30 минут вроде, да? Стойте, я пойду с вами. Хотя там это, вроде как это, 30 минут было, и потом час, 40 минут шел. Ну, примерно то же самое, короче, вроде. Но я быстро все дошел, очень быстро. Так. Эй, вы двое! Это нехорошо. Ой, я за бабку играю, слышь? За бабку играю? Я за старую играю. Почему так? Он фонарик Эй! Опять не включил, да? Там есть кто-нибудь? Кто-нибудь! Эй! Что за... Джон! Кто вы? Что вам угодно? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Время нынче тревожное. Нет, подождите! Не подходи! Что за черт? Кто ты? Ты так... Это невозможно. Язык черен в обиняках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя! Избави меня от видений! Кто вы? Этого не может быть. Не смей глядеть на меня. Ты мне не супружник. Пойдем в город. До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? О, я совсем не в порядке. Я в ужасе и сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое, она выглядела точь-в-точь, как я. Как такое возможно? Вы делаете из мухи слона, Анжела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь.
Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики? Фигня. А я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Я с Джоном. А давай вот раз пойдем, типа, с Тейлор. Я с Тейлор. Серьезно? Вы пойдете с ней? Лично я думаю, это плохая идея. Ужасная. Я пойду с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Что ж, вы правы. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Нас осталось двое. Рад, что вы со мной. Это верный выбор. Что это? Какой-то чел, видите? То же самое, какой-то чел. Но это мы знаем, кто это, да? Ладно, идем дальше, смотрим. А давай мы вот раз с ним поговорим. Вы в порядке? Интересно, где сейчас остальные? Похоже, это я виноват, что мы с ними разделились. Я чувствую ответственность за всех вас. Вы мои подопечные. Как бы вы поступили на моем месте? Наверное, сохранял бы оптимизм и пытался делать все возможное. Что-то я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. То, что мы видели, думаете, оно сверхъестественное? Нельзя утверждать, что именно мы видели. И я так думаю. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств. Да. Понимаю. В любом случае, мы тут не за тем, чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков или чего бы там ни было. Нам нужно выбраться отсюда. Интересный разговор. Разблокировал нам какую-то эмоцию, кстати, самое интересное. Бать, что это? Это разве было? А, да, здесь крыса должна быть. Кошак здесь, кошак.
Взять или не взять? Давай возьмем. Потому что, как я напоминаю, здесь нам показано, вот здесь нам показано, что лучше его взять. Здесь нам показано, что лучше его взять. Здесь показано, что лучше его взять, поэтому возьмем своего. Но в целом больше здесь ничего нет, и я это все осматривал в любом случае. Здесь особо тоже ничего такого нету. А вот здесь что? Нет, здесь ничего особо такого больше нету. Здесь больше ничего такого нету. Это мы все с вами осматривали, осматривали, еще раз осматривали. Вот здесь может быть что-то быть. Нет. Ладно, пока ничего нового, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим дальше, будем дальше. А, это полиция, слышь, это полицейский участок. Так, давай-ка мы здесь с тобой не осматривали. Там мы осматривали, там камень лежит. Здесь мы с тобой вообще ничего не осматривали, как я помню. А здесь у нас с тобой лежит подсказочка, которую мы с тобой пропустили, собственно, да? Да. Опа. Так. Угу. Но здесь показано, что нужно ее спасать, бежать. Окей, короче, нужно было, в итоге я все правильно сделал, нужно было ее спасать, просто там нужно было дожать, да, чтобы вот этого не произошло. Окей, я понял, типа, видишь, если ты идешь ее спасать, то будет, готов к тому, что, ну, возможно, все, окей, видишь, подсказочка какая. То есть то, что я тогда выбрал ее, на что ей пошел помогать, это правильно. Ну, окей, окей, в этот раз я дожму, и спасу ее. Так, а здесь больше ничего нету? Нет, здесь больше у нас с вами ничего нет, только камушек. Ну, ладно, чё. Дайте-ка, я разобью окно. Без проблем, я справлюсь. Ну, ладно. Раз так. Любой справится. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. Думаете, это бросок новичка? Да, такие острые, конечно, шутки. Так, ладно, пока ничего нового, и сейчас что-то тут новое найду. Вроде безопасно. В этом полицейском участке то туда. А. Вы это увидите. Если нет, то дальше идем. Вон там. Эй! Ты в порядке? Раз вылезай, скажем. Вылезай оттуда немедленно. Это та девочка, которую вы видели с Эндрю? Одета по-другому. Не подходи близко. Вытащите меня! Держись! Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Скиньте, не то он найдет меня. Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти. Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня.
ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет! Что это? Так. Мы чуть-чуть другое выбрали. Не покидайте меня. Молю. Кого ты молишь? Зло льнет к тебе. Сие очевидно. Ты заблуждаешься. Я лишь дитя. Дьяволу нет дела до меня. Я своими глазами видела. Он хочет заполучить Эмми. Я вызнаю правду, так или иначе. Это то же самое. За мной, дев. То же самое, короче, то же самый диалог. Просто другое, типа, выбор еще. Диалога. Какого хера? Ну и что это было? Девочка со священником. Мы видели ее с Эндрю. Она должна быть как-то связана с той другой. Да, верно. Я не пойму. Лучше уйти отсюда и подальше. Точно. Идем. Короче, выбор один и тот же, грубо говоря. Только не знаю, как там влияет на сюжет, не влияет, наверное, нет. Типа, чтобы не выбрал, концовка этого диалога все равно будет одна. Как бы, ну ладно, ладно. Продолжаем дальше, дальше. Дальше идем. Да уйди ты, старая. Блять, уйдите нахуй. Да ты. Да вы, может, съебетесь? Уйди ты, блять, дура. Уйди нахуй. Алло. Алло. Ты дурак? Ты дурак? Стоит что тут? Вот так, блядь. Нормально все? Я думал, там пройти можно. Стоит что-то, блядь. Пиздец, блядь. Чел, ну ты, блядь, может, придешь в себя, блядь? Стоит как будто обгашенный чуть-чуть. Ну ладно, осуждаем такое, осуждаем. Так, ну это мы с тобой видели, вроде, да? Теперь понятно, к вам видишь, последовательно они идут. То есть надо ее спасти, надо к ней бежать все равно. Но нужно будет там дожать. Хорошо. Это мы с тобой видели. Мы отсюда выберемся. Точно. Что-то кашляет, блядь. Ой, блядь. Ну таблеточки надо ей просто принять и все, блядь. Чтобы она не выебывалась чуть-чуть, знаешь? Осуждаем. Бля, ну здесь вроде ничего нового вообще. Вообще. Но это мы все видели с тобой. Поэтому давай, ладно, идем дальше. Что-то новое появится, наверное, вы это увидите. Ну, вы, скорее всего, это увидите, да? Чем нет. Вот. Диалоги, че не диалоги. Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут. Пойдем туда. В другую сторону, что-то пошли. Эй, помочь? А, нет. Там же. Здесь явно что-то есть. Да, смотри, здесь что-то есть. А сюда я не заходил, кстати. Сюда я реально не заходил, слышишь? Опа, вот это очень интересно. Вот я поворачиваю, он убирает. Ну, все хорошо у тебя. Какие-то камушки. Рунные камни. Рунные камни. Рунные камни, которые использовались в каких-то ритуалах. Похоже, слухи о колдовстве в Little Hope не безосновательны. Вот, третий мы нашли с вами. Нам осталось раз, два, три, четыре, пять. Пять штук на стенах осталось с вами. Пять штук нам с вами осталось. Кукла, кстати, куклу мы с вами тогда не разблокируем. Это уже раз, два, четыре. Да, пять штук нам осталось с вами открыть секретов и все. Сюда я, кстати, не заходил. У меня настроено, кстати, местечко. Угу. Видимо, думал, что он туда уйдет просто и все. Так, там мы с тобой были.
Нашли немного чего, да? Мы там с тобой были. Давайте, давай теперь сделаем вот тут. Вот тут пройдем, стоп, почему бы нет. Сначала попробуем открыть сначала. Очень интересно. Давайте я попробую мусорку подвинуть. Мы с тобой по лестнице собираемся, почему бы другой выбор не сделать, да? То есть не подвинуть мусорку. Так сказать. Что здесь еще было, блядь? А, вот это вот. То, что мы-то с тобой видели. Это мы видели, да? Да, это мы с тобой видели. Посмотри. Кто-то сказал, блядь. Ей похуй вообще, понимаешь? Он стоит, смотрит. Да, попробуй теперь подвинуть ту мусорку, почему бы нет? Что ты делаешь? Толкнуть помоги. Серьезно? Иначе никак. Ну, если выбора нет. Давай, где твои мускулы? Подожди, я думаю, может быть, все-таки он туда, реально? Мы же там не все вроде смотрели, но внизу тут, по факту, что тут? А, да, все правильно. Подожди, там же была мини-дырка, да? Она говорила. А где она, говорит, тут щель была? Здесь нет никакой щели, самое интересное, реально. С ворота какие-то вот. Щели нету. Бля, я думаю. Давай, ладно, давай посмотрим здесь. Там, потому что мы вроде все обошли. Да, там мы все с тобой обошли, поэтому давай здесь. Поэтому давай здесь теперь зайдем. Почему бы нет? А, смотри. Чё? Подняться можем через верх подняться. Подняться тут можем через верх подняться. Бля, я очень хочу наверх сходить, посмотреть, что там было еще. Может, там где-то подсказочка, чи не подсказочка. Потому что там вроде мы потом вниз спускаемся, типа прыгаем. Вот. Хочется очень наверх сходить, посмотреть, что там еще я упустил. Блять, какой же. Ну давай, ладно, здесь хули, похуй же. Хотя здесь мы, смотри, по факту здесь мы. А здесь мы видели все, да? Там просто полочки вроде и все. Ладно, давай здесь, сюда. Сюда пойдем. Потому что наверху мы были, поэтому правильно будет сюда пойти. Дай-ка я попробую открыть. Серьезно? Полезешь туда? Ну, есть другие предложения? Да. Не лезть в старые темные здания после того, что было этой ночью. Я постараюсь быстро. Если увидишь какую херню, кричи. Я вернусь. Окей. Ладно. Дай телефон. Зачем? Фонарь. Там темно. Только давай быстро. Внутри. Там безопасно? Вроде бы. Ну-ка, другой, слышь. Хватит уже там колупаться. Открывай дверь скорее. Да, жди ты, блядь. А, ну смотри, реально могу им открыть дверь. Дверь не поддается. Ладно, мы поищем другой путь. Хорошо, ищите. Смотри.
Так, здесь смотри, что интересно, много чего есть. Здесь другой вход. И здесь может быть много чего интересного. Ничего себе. Интересно. Так, там ничего же нету? Ничего не сверкает там? Нет, здесь нет. Ну, мы по факту просто внизу. Наверху мы с тобой... Не понял. Фонари. А, ну да, мы просто внизу сейчас с тобой. Ну да. Да, он как раз сверху мы. Конечно, вверху был дополнительная информация, которую мы с тобой видели. Я там все вроде обыскал тогда. Я все тогда вроде посмотрел там, поэтому смысла никакого особого. Кто здесь? Туда не было идти. А здесь ты просто проходишь и все. Как ты сюда попала? Сбоку обошла, через забор. То есть я зря полез в этот дом с призраками? Дыра в заборе небольшая. Ты бы точно не пролез. Там крысы, блядь. Я тут не один, а с пушистыми друзьями. Не бойся, на вид они сыты. Иди ко входу, я тебя встречу. Побыстрее, ладно? Нам бы хотелось отсюда уйти. Конечно. Так, погнали смотреть, что тут да как. Подожди. Я говорю, наверху вроде все просмотрел, да, вроде все смотрел, там ничего такого интересного не было. Ну, тут просто так прямой вход вниз. Сейчас, уже иду. Грубо говоря. Ой, туда не могу пройти, серьезно? А что мне мешает? А, ящики. Ну, ясно, чё. Так, это надо с собой взять? Ну же, пусть хоть тут повезет. Здесь вроде тоже больше ничего такого нету, что я тут тоже вроде все осматривал. А вот что-то. Ну, да дверь. Хватит уже, иду я. Здесь вроде больше тоже ничего такого особо нету, потому что я говорю, я все осматривал здесь прям досконально. И особо здесь больше ничего такого и нету. Ну да, здесь больше ничего такого нету, поэтому... В принципе, это просто прямой вход. Хорошо, что мы тогда наверх пошли, потому что там, видишь, доп. Инфу мы нашли. Скоро за мной придут. Утихни, жена. Кто придет? Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Сказывают, будто я в союзе с дьяволом, будто повинна в колдовстве. Но то бессмыслица. Кто скажет такое? Я... Да откуда ж мне знать? Давай просто уйдем. Тебе ведомы слухи о прошу, моей жене? Прошу, сэр, не отворяй эту дверь. Не дай им забрать меня, молю тебя, муж. Я прибыл арестовать твою жену. Вот постановление. Моя жена ни в чем не повинна. Видели, как она толковала на иных языках? Кто ее обвиняет? Мэри. Слово «дитяти» вершит судьбу моей жены. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами. Я не могу ее покинуть. Сим действием ты жене не поспособствуешь.
Доверься правосудию. Отринь страх. Я сумею все исправить. Ничего особо нового, просто, блядь. Либо ты разговариваешь с ним, объясняешь. Ну и где ты был? Либо вот так напрямую просто и все. Ну ладно, ладно. В принципе, конец-то один тот же у этих диалогов. На тебе лица нет. Ты еще что-то увидел? Ты не поверишь, но я видел людей, похожих на профессора и Анджелу. И на Джона? Ну, двойника Анджелы арестовали. Ее обвинили в колдовстве. Стремная девочка сказала священнику про Эми, и женщину арестовали. Это нелепо. Нет никаких ведьм и никогда не было. Кто обвиняет людей в такой чуши? Женщина, Эми, похоже, в полной жопе. Да. Мы облажались. Вместо того, чтобы выбраться из сраного города, снова оказались в его центре. Что скажете? Оглядимся. Поищем что-нибудь. Отлично. Мы уж вернемся из Little Hope, пока остальные еще разгуливают по лесам. Что-то не так? Да, это место почему-то мне кажется знакомым. Эти захолустные участки все одинаковые. Тут где-то должен быть телефон. А давайте мы осмотрим шкафчик. Да, посмотрим, что здесь. О! Рейнольдс. 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 Смотри, куда мы пришли. А тут я не ходил. Lost Everything. Так, посмотрим. Отметки на стене. На стене нацарапан, я все потерял. Энтони арестовали и держали в полицейском участке после пожара, в котором погибло его. Вот, прикинь, ебать, так его арестовали. Его вот. Так его не оправдали. Его оправдали, но арестовали или что, блять, не пойму. Его. Его по итогу арестовали, прикинь. Прикинь. Нихуя. Это новость.
Интересно. Ну, здесь вроде больше... Вот это пи... Да ж. Вот этого мы с тобой не знали. Но в целом больше пока что ничего нового здесь и нету, да? Да, но мы доп... Видишь, какой... Опа. Ну, видишь, что вы доп-инфу нашли. Так это... Это то, что... Да-да-да, это все. Мы с тобой смотрели 100%. Короче, доп-инфу, прикинь, так его в итоге арестовали. А не оправдали. Ну, или оправдали, но арестовали. Хер его знает. Да, интересно. Очень интересно. Ищите. Вот, смотри, наградованный офицер полиции первым прибывшим на место пожара. Ага. Так. Энтони Кларк выжил при пожаре, и впоследствии с него сняли все обвинения. Понимаешь, все обвинения, но его арестовали. Но сняли обвинения. Вот это уже меняет картину все. 100% меняет. Интересно. Ладно. Уж ладно. Так, это что такое? А, ну, короче, ребят, найду что-нибудь новое. Увидимся. Вот говно. Поэтому идем дальше. Что это? Как думаете? Ответить? Дайте я. Осторожно. Спокойно, профессор. Так, я выбрал чуть другой. Мария, выбор сделал только чуть другой. Я не должна быть здесь. Что-то слышно? Женщина. Она очень расстроена. Поговорите с ней. Узнайте, где она сейчас. Ну, хоть что-то, что поможет ее найти. Окей. Прошу, успокойтесь. Я могу помочь. Но перед этим мне нужно узнать, где вы. Надавите. Узнайте, что за херня тут творится. Пытаюсь. Так, скажите, где вы есть? Я вы понял, прикинь. Где-то здесь, в городе? Это допрос я, да, идет? Я не могла уразуметь, о чем он толкует, поверьте мне, молю. Меня ложно обвиняют в злодействе. Отпусти! Ну теперь, видишь, мы послушали. Не он послушал, а мы послушали, что там сказали. Ее допрашивали, грубо говоря. Ее начали допрашивать. Интересно, очень интересно. Вот это уже что-то новое. Подойди и услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь. Об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Такойся. Угрожать ребенку. Ступай к родным. Говорит ребенку, такойся. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Э,
надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Давайте теперь подойдем к ним. Я чувствую хлад внутренной. Что за происки демонов? Зверь обратил на нас злонамеренный взор. Между нас его слуга. Что за... Не вмешивайтесь. Сие мнимое свидетельство супротив меня — лишь злостный наговор. Коли снизошла на нас тьма, я направлю свет Господа. Нет! А, видишь, нам показали, что он не... Что он не подмигнул, видишь? Моя он ей сказал, типа, давай, видишь? Видишь? Они в сговоре. Что сотворила ты с чадом? Ты вовлекла невинное но дитя она, в сговор с дьяволом. Она всего лишь... Бедняжка словно одержима. Что твоих рук дело. Это ложь, преподобный. По что ты так не взлюбил всего... меня? Она не антагонист. Мы узрим всю правду. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Короче, ежели он это все спланировал. Интересно. И докажет суду, что ты ее околдовала. Не могу больше смотреть. Все почти кончено. Интересно. Он ее спланировал, видел? Он подмигнул. Это мы не видели. Они среди интересно. Они среди нас. Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл-Холл? Она всего лишь посредник. Посредник того, молитесь, что он планирует. Это он планирует. Ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас. Понял. Он спланировал это все. Бля. Ну, как я и говорил. Что это была за херня? Это взаправду? Казалось чертовски реальным. Серьезно? Но суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. У этой девочки был какой-то припадок. Как думаете, в чем дело? Я знаю эту девочку. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Да ну. Она просто ребенок. Наверняка она даже не понимает, насколько все серьезно. Да все она прекрасно понимает. Так или иначе. Судимая, Анжела 2.0 явно увидела нас. И не только она. Девочка увидела, как мы появились из ниоткуда. Легко принять это за магию, особенно в то время. Можете оправдывать ее как пожелаете. Я ей нисколько не доверяю. Дайте ей передохнуть. Даже мы не можем это объяснить. Как ребенок, живший 300 лет назад... Женщина, которую судили... Тоже я видел ее на перекрестке. Я еще кое-что заметил. Ее муж был похож на вас, профессор. Пара возле девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Да что все это значит? Видишь, выбрали еще другое. Кто это? Эй, профессор! Вы там? Ладно. Идемте.
Так, вот это мы с тобой не видели, кстати. Ну, кстати, до сих пор опять фонарик выключил весь. Плакат группы. Плакат рок-н-ролл группы, гитарист, который очень похож на Дэниела. Проблемы с поведением были у низких детей. Кого хотели воспитать? Три штуки, ребята, осталось нам с вами найти секретов. Да. Дэниел, посмотрите на это. Но это мы не видели, кстати. Что тут? Еще совпадение. Он выглядит совсем как вы. Узнаете его? Нет. И в группе я никогда не играл. Странно, слушай. Так, сейчас нужно быть готовым, ребят. Сейчас нужно быть готовым максимально. Ни хрена не вижу. Боже! Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Итак. Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Может, сначала стоит рассмотреть другие варианты? Ага. Конечно. Серьезно? Выбрали другой вариант. Я хочу перейти этот мост как можно быстрее. Но не так быстро. Кто-то должен быть первым. Давай, я сразу за тобой. Так, он первый идет, смотри. Он первый идет. В этот раз. Но мы за вот этого профессора попортили всеми отношения. За всеми отношения попортили с этим профессором. Это что-то поменяет? Ну, это что-то поменяет. Медлить нельзя. В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Здесь они тут двое или они втроем? Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Что происходит? Вы точь в точь Анжела. Твои слова мне не ясны, но молю. Помоги. А ее тут нет, смотри. Ее тут нету. Ее здесь нету. Так мы только Эндрю и профессор. Дьявол Эндрю профессор нас только. Явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. А может быть, если она не увидит этого, вы ее не будете преследовать? Возможно, кстати. Но ее здесь нету, а здесь только профессор и Эндрю. Профессор Эндрю только здесь. Вы и все. Айзек, исполни волю суда. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. Но не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать.
В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Лишь вас самих. Айзек. Да, вот смотри, только профессор Эндрю. Профессор Эндрю, она не видела этого. Может, сейчас ее не будут преследовать? Это же логично было. То есть, нам же сказали, только если двойник увидит смерть. Ну, типа, если персонаж видит своего двойника и его смерть, тогда его будет преследовать эта тема. А тут она не видела. Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел. А тут она не видела. Дайте нам минуту, ладно? Мы а тут она не видела. Подожди. В смысле серьезно? Дайте минуту. Она не видела. Так логично, что ее не будут преследовать. Она не видела. Не надо тут пиздец. Она не видела. Значит, она не видела смерть своего двойника, значит, ее не будет преследовать ее. Это логично. Это будет логично, потому что нам сказали, что если, типа, ну, нам намекнули ты или нам ладно, сказали, что... я первый. Что если, типа, персонаж увидит смерть своего двойника в прошлом, да? Ладно, ну, принципе, вы двое, смерть своего, спускайтесь. Если он видит смерть своего двойника, то тогда да. Тогда будет преследовать, типа. А так она не видела. Какого тогда она никак не будет преследовать? Она не будет. Ну, и сейчас будет преследовать ее, то это бред ебаный, потому что она не видела нихуя. Она не видела, так что сейчас посмотрим. Блять, серьезно, то есть она будет преследовать ее. Она не видела нихуя, в смысле? Так она не видела ничего. Что это за тварь? А в смысле, она ее не видела? Она ее не видела. Ну это. Ну это бред, я считаю. Ну это бред, я считаю. Я считаю, это бред. Не бросайте меня! Сука! Помогите мне! Сейчас! Ну это бред! Я вернусь за вами! Так она не видела, блядь. Ладно, давай сейчас сосредоточусь. Она не видела, блядь. Что за бред? Ладно, я верю тебе. Это блядь. Изи, блядь. Спас. Смог. В этот раз смог. Ну, блядь, ну это бред. Ну это бред, она не видела. Тогда как, почему ее преследуют, если она не видела? Это бред, я считаю. Ну, типа, это чуть, возможно, недоработка. Но она не видела, ребят. Она не видела. Она не видела, как и убили ее двойника. Значит, по факту, по идее, ее не должен монстр преследовать. Ее не должны были преследовать, короче. Ее чуть не постигла участь хуже смерти. Да, в этот раз я засейвил ее. Смерти нет. Ничего такого ужасного. Отлично. Пока обошлось без жертв. Да. Все могло обернуться иначе. Ну, мы знаем. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или отнять ее? Возможно. Эндрю лишнего не болтает. Разумно. Себя надо беречь. Так? У юноши есть интересные теории.
Возможно, как предложил Эндрю, они перерожденные души своих исторических двойников. Возможно. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Ты мне объясни, почему... Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Ты мне объясни, почему мне я преследовались, она не видела. Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Ты мне объясни... Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Мне все понятно, мне непонятно, двойники, что... Блядь. Призраки, ведьмы, демоны и смерть. Ты мне объясни, почему я преследовали. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Ты мне объясни, пожалуйста, думаю, объясните мне. Объясните мне, почему ее преследовали, если она не видела ничего. Я получил разрешение или дать всего лишь... вам одну подсказку. Или это всего лишь предположение? Хотите? Хм. Может быть, это предположение? Херо знает. Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к Барду за тайным наставлением. Я встречал его, да. Я же встречаю всех. Акт 5, сцена 1, в которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Ну, объясните, пожалуйста, объясни мне, пожалуйста, почему? Почему ее преследовали? Вам почему ее преследовали? Нужно продолжать. Как бы она же не видела ничего. Так логично, что, ну, по факту ничего не должно было. Либо смотри, у меня есть две теории. Либо это недоработка, а это разработчик все-таки. Либо это всего лишь теория персонажей. Кто знает. Стойте! Ну, странно, она ничего не видела, блядь, и как бы, ну, это странно, кстати, это очень странно. Что это была за гребаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. О, да. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Анжела была рада, что все было бы лучше, добрались до берега. А теперь вы расскажете, что случилось с моим двойником на мосту. Нам сейчас надо думать о будущем, а не о том, что уже случилось. Вы двое что, дали обет молчания? Поняла, бережете мои хрупкие нервы. Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Пойдемте уже. Видел? Видел он за ним фоне? Короче, хер его знает. Странная эта тема, как по мне. Опа. Очень странно. Мы, видишь, переиграем за нее. Мы ее спасли. Это хорошо. Тут мост, кстати, вон он. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Прячьтесь, живо! Мне кажется, лучше не лезть к нему.
Не могу забыть последние слова женщины. Дабы изгнать беды из Little Hope, девочку должно остановить. Она предупреждала вас или тех, кто был с ней? Я не понял. Ладно, пойдемте. Я зайду и осмотрюсь. Так, новая анимация, ребят. Новая анимация, новая касцена. Касцена новая. Так, они все-таки идут. Хорошо. Блин, надо будет сейчас их всех сейвить. Вообще жесть. Не отходите. Неизвестно, что там. Эй, подождите! Эйш! Так, новая анимация какая-то, смотри. Ох! Ой, ну, мать, уходи. Эй! Вы тут? Держу вас! Джон! Помогите мне! Ебать, смотри, где мы вообще? Ебать, да вообще, смотри, где мы вообще находимся, ебать. Жесть. А, фонарик у нее нет, да? Смотри, где мы вообще ходим. В другую локацию, нихуя себе. Не отстает. Конечно, не отстанет, блядь. Господи. Так, ну, здесь пока я ничего не вижу особо. Такого, что подсвечивалось. Блять, не успел. Пожалуйста, можно я не проебую? Пожалуйста. Пожалуйста, можно я спасу ее? Блять, ребята, я проебал. Опять! Так, идем сейчас очень быстро, ребята, надо готовиться. Можешь быстрее снимать? Старая, можешь быстрее, пожалуйста? А, старая? Блять, блять, просто вот ей похуй вообще, видишь? Максимально похуй. Блять, должна бежать здесь? Нет, похуй. Давай, погнали. Смог, изи. Так, здесь мы смогли. Погнали дальше. Блять, иди, ёпта. Иди, пожалуйста, иди. Но нам не показали ее смерть. Даже нам не показали ее смерть. Анжела? Блять, нет! Нам не показали смерть. Чем она такое заслужила? Нам не показали ее смерть. Так что мы все нормально. Мы остались вдвоем. Пока Дэниел и Тейлор нас не найдут. Пока все норм. Пока все норм, ребята. Пока все норм. Эй! Нам не показали смерть, значит она жива. Нам не показали смерть, значит она жива. Все. Изи. Изи. Спасли ее. Изи спасли ее.
Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Все будет нормально. Нам не показались, да? Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Нам не по себе. Ну, блядь. Ну, давай быстрее говори, давай быстрее проходить. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Блядь. Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Нам не показали смерть, поэтому все нормально. Нам не показали смерть. Нам не показали смерть. Не показали нам ее смерть. Почему девочка ходит одна? Нам не показали. Странно. Так что, ребят, все нормально, я думаю. Может, она связана с Мэри? Так должно что... быть. Но пока непонятно, как именно. Так что, я думаю, мы ее спасли, и это уже хорошо. Вот это уже хорошо. Да-да, все изи. А, не зря перепрошел, не зря перепрошел. Эй, взгляните. Так, сейчас сжигаем и уходим отсюда быстро. Эти же у нас сохранились секреты все? Да, у нас все секреты сохранились, ребята. Да, все секреты у нас сохранены. Осталось только три осталось. Как было, так осталось три. Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Ну вот это так ответим. Этой вещи, правда, больше 300 лет? Здесь все подделка, не настоящая. Может, и это тоже. Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Окей. Согласен. Давайте. Сработало, он сказал, сработало. Если честно, я не уверен. Так, теперь мы отсюда выходим и идем, собственно, дальше, потому что здесь, в принципе, мы все видели, все мы это знаем. О, здесь выход. Ты слышала? Может, что-то слышала, не уверена. Народ! Профессор! А этого, кстати, не было, Может, пойдем отсюда? Этого, кстати, ребят, не было. Этого не было, когда мы где здесь были. Их носит? Помните? Может, тоже заблудились? Помните, этого думаешь, не было. Думаешь, они ищут нас? Может, ты что-то будешь делать? Что? Найди Тейлор. Опа, а это что такое? Опа, смотри, что нашел. Ну вот, что нашел. Подожди, где-то она бежит, и там нужно будет не дышать, да, правильно понимаю? Да, осталась одна нам на себя, одну подсказку осталось найти.
Нет, она бежит. О, падает. И не дышит. Это если мы в лес, да, побежим, правильно понимаю? А там же будет выбор, да, типа побежать к твари, вот этой, к твари, вот этой. Конечно, побежать это к, вы? К Эндрю или кому-то. Тейла. Или к челику побежать. Тейлор! Ты как? Подожди, а... Тоже такая же, видишь? Такая... Ну, здесь прям черная, она есть чуть-чуть желтоватая, а здесь такая больше желтоватая, серая, такая серовато-черная, как вот эта, короче, рамка. Но здесь больше, видишь, выбора. Здесь больше шансы ее, ну, типа, да, ее спасти, чем вот здесь вот. Понял. Что происходит? Короче, подожди. Вот здесь мы никуда не бежим, если что. Так, одну, еще одну пацанку нашли с вами, еще одну. Интересно, интересно. Так, нож мы берем. Ну вот я не знаю. Нож мы должны забрать. Хм. Я нашел нож. Может, это и был нож, когда динозавры были живы. Может, возьмем? На, возьми. А зачем? Для самозащиты, придурок. Давай возьмем. В этот раз возьмем, ребят. Ладно, если тебе так будет спокойнее. Давай. Курс изменен. Ты не взял с собой нож, который нашла в музее. Но она за игру, когда мы проходили, она ни разу им не воспользовалась, самое интересное, ни разу. Может, он ее спасет как-то. Хм, возможно. Так, здесь подсказочек никаких, ничего нету, да? Я правильно понимаю? Смотри, все равно здесь нету. Ой, ну там явно что-то было, возможно. Там вход в лес как будто бы. Поэтому... Опа, не, нам туда не надо. Вон, смотри, видишь, вон там лес. Вон там лес, видишь? Откуда этот голос? Не знаю. Бля, можем туда сходить, конечно. Мы можем туда сходить, но стоит ли? На заднем дворе были такие качели. Давай здесь выберем так. Эта тварь опять пришла за мной! Ей нужна я! Вы не понимаете, с чем мы имеем дело. Это какое-то нереальное дерьмо. Нам надо сваливать. Так? Она права, валим. Останемся тут, и оно нами победит. Главное всем держаться вместе. Помните, что стало с Анжелой. Ладно. Тогда выходим через черный ход. Я с вами. О, нихуя, смотри. Блять, что это было? Другая сцена. Еще один повод валить. Бежим! Может, твари ушли? Чисто. Не отставать. Другая касцена, смотри. Другая касцена. Вау. Вау, другая касцена.
Да, ну, примерно то же самое, ладно. Ну, другая сцена, кстати. Так, я готов. Дэниел сбежал демона возле церкви. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Другая сцена, кстати. Ну-ка. Бля, дурак, уходи отсюда. Где ты? Тейлор, ну же! Отзовитесь! Надо действовать быстро. Подождите. Надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Так. Он Тейлор. Дэниел! Тейлор. Это ты? Ни хрена не вижу. Это ты? Я здесь. Тейлор! Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы всех спасли. Мы пока еще не спаслись. Мы всех спасли. Всех спасли, ребят. Всех спасли. Так. Что там? Ну нет, тварь пришла меня прикончить. Нельзя стрелять, оно нас заметит. Уберите это. Оно и так уже здесь. Это из подсказки, слышишь, из подсказки. Вот она, смотри. А вот ну она. Убери эту штуку от меня подальше. Анжела! Все, всех спас, ребят, всех. Я думал, больше вас не увижу. Я был уверен. Да, осталось только этого сейчас. Сейчас только осталось этого. Пойдите. Профессора. Мы думали. Я даже не выстрелил все, это вышел из ума, и с обучением понял, что это была Анжела. Ты. Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. А ты молоток. Да уж, железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали, молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков? Ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо.
Что это? Явно где-то рядом. Идем скорее. Помогу спуститься. Это новое, слышь? Сцена какая-то новая. Профессор! Анжела, вы где? Дэниел! Тейлор! Ребят! Почему он один остался? Он один остался. Куда вы делись? Точно. У него же нож. Боже, нож. Держись, надо ему помочь. У меня нож. Ебанушка, блядь. Ну так нечестно, блядь. Я нахуй вообще-то, блядь. Блядь, такой бред ебаный, честно. Так нечестно, нахуй. Я успел, блядь, нажать. Я успел нажать. Он не зачитал, блядь. Ебать, ребят, я прохожу на смертоносном, если что. Я на смертоносном, ребят, прохожу. На смертоносном уровне сложности прохожу, если что. Вот я думаю, давай так, я сейчас попробую пройти. Вот сейчас пройти, и может быть еще раз, если не получится в итоге, да, никак. Я сменю на... Ну, типа, вот на серьезный либо щадящий уровень сложности, уже тогда даем. Хорошо? Мы всю игру прошли на смертоносном, ребят, уровне сложности. Прошу заметить. Да-да-да. Так что попробую сейчас два раза, один-два раза пройти. Момент, вот если не получится, сменю, просто поменяю уровень сложности, чтобы было полегче, да, чтобы, блядь, 100 раз не перепроходить это дело. Ну, прикинь, мы почти всю игру прошли, даже перепрошел почти всю игру на смертоносном уровне сложности. Достойно? Достойно. Я считаю, достойно. Лайки, подписки. Обязательно. Ну,
Поехали. Держись! Надо ему помочь! Так, сразу. Так. Ура, блять, наконец-то. Жить, бегите нахуй туда. Это было 4 патрона, да, 2 осталось. Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Мы как бэкшот рули, да? 4 патрона, блядь. Мы все еще бэкшот в полной рули. Жопе. Если не видел, посмотри, там слышишь описание на подлице. Да-да-да. Надо там еще инди-хоррор будет. Надо срочно сваливать! Чел Сар, кстати, посмотри, тоже обязательно. Интересная игрушка. Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя. И ее не отнимут. Сразу покажу, ребята. Сразу же, вот смотрите, сразу же. Где? Игровой процесс. Смертоносный, если что. Уровень сложный, смертоносный. Не ангелы, не демоны, не рай, не ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? О, что все короли? Что все? Ну все короли у тебя будут. И вся надо. Может оказаться не тем, чем кажется. 3 казни, 3 терзаемых создания. Пока что все ваши студенты избежали адских мук. Вечного страдания. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит. Mm-hmm. Наконец-то, блять. Так, давай здесь посмотрим. Надо остановить девчонку. Будьте начеку. Уверен, она скоро объявится. Светлички, кстати. Звучит как бред, но... Вдруг нам нужно спасти двойников от казни, чтобы спасти самим? Тварь напала на меня после смерти двойника. Это мы видели? Это что? Вот видишь, я на... Бред. Тут помочь ему надо, хорошо. А, как, дай посмотрим, как прокомментируют они это. Могила Мэри. Но неизвестно, когда и как она умерла. Угу. Это уже около финала почти, ебать его в рот. Тут что, все раз...
Светлячки. Это они светятся. Посмотрите, в мини-профессор. Теперь мы не с профессором, а с Дэниелом, видишь? С Дэниелом. С Дэниелом. Мы с Дэниелом теперь, видишь? Не с профессором, а с Дэниелом теперь. При вас, ребят, меняю. Ну это бред ебаный, я реально уже устал. Просто этот момент пройдем на щадящем. Пора двигать. Предупреждение хорошо работает, просто интересно, прикольно работает предупреждение. Тейлор! Это ты? Держись! Ни в коем случае не отпускай! Сейчас все будет. Папочка все сделает. Меня спасайся с остальными! Как вы хотите, чтобы я успел на геймпаде, мне интересно, блять. Просто, блять. Что это нахрен было? Ну, поживень, кстати, хорошо работает, если ты готов к тому, чтобы нажимать. Это прям помогает, реально. Читерс ли это? Да, скорее всего, возможно, да, но это хуй знает. Ну, типа, может прийти на полностью смертоносном, типа, на максимальном, типа, уровне сложности. Может без них играть, типа, просто было честно, я не спорю. Типа, то скилл про качество реакции. Но в целом это помогает. Пойдем туда. Интересно. Выйдем, наконец, из проклятого леса, а по пути все обсудим. Что, ребят, я сейчас вот с того момента, когда мы пошли к этому зданию, я посмотрел в интернете, как пройти на эту концовку. И сейчас выбираю, сейчас вот именно дату этого сам, а сейчас выбираю то, что нужно на хорошую концовку, не знаю. Вот все, поэтому вот. Поэтому как-то так. Иди сюда, посмотри на это. Вот это дичь. Это слишком. Это, блядь, перебор. Сперва на нас похожа кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7 и тоже похожа на нас. Так какого хера? Что это значит? Думаешь, они погибли, как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Может, мы все видим один кошмар? Ты правда хочешь сувенир? Этой ночью? В этом месте? Ну да. Я прихвачу его.
чем тут дело? Она ему что, изменила? Другое. Другие комментарии. Ладно. Ну а ты что думаешь, умник? Слышите? Прямо под нами. Надо уходить отсюда. Быстро. Тяжелый. Эндрю, иди сюда и помоги мне. Что там? Ты оттуда, я отсюда. Толкаем вместе. Так? Ну, давай! Ого! Оу, черт! Я успел, блядь. Мне это, короче, заебло, блядь. Давай вот так сделаем, ребят. Так будет правильно. Это... Я ж все понимаю, вы, блядь, почти всю игру прошел. Два раза почти прошел на смертоносном уровне, то есть первый раз мы пошли на смертоносную максимально без подсказок вот этих, ну вот, и второй раз больше половины, даже почти всю я прошел тоже без подсказок на смертоносном уровне. Ну мне просто, я уже устал от этого, поэтому я думаю, так будет правильно. Ну вот, сейчас дойду до момента и продолжу. Смотри, видишь, она не быстро подскакивает, то есть она довольно-таки, вот смотри, все успеваешь. Прям комфортно, комфортно очень. Ну, мы с вами проходим на максимальную сложность. Без подсказок, мы прошли уже, да? Прошли уже. Все это дело. Прям не хватает.
Блять. Дэниел, ты еще внизу? Так, Дэниел? Это мы все прошли. Вообще изи, так комфортно очень проходить так. Значит, дальше уровню сложность, подсказки очень комфортно. Дэниел, ты где там? Эндрю! Эй! Ребята! Я наверху! О, как же я вам рад! Не только я теперь похожа на мокрую курицу. Боже мой, я так боялась. От меня не отделаешься. О чем? Он телепортнулся, слышь? Ты видел, он телепортнулся? Он телепортнулся, я видел, я видел. Ты тоже видел? Тоже видел? Странно, вообще хуйня, чел. Как ты что-то скрываешь, что ли, от нас, или что? Что-то телепортируешься-то? Странно, хуйня, что ты телепортируешься. Очень странная тема, что он телепортируется. Блин, он был сразу щитящий включить просто и все. Типа основную, типа свое прохождение я прошел на максимальную сложность. Ты что, ты угораешь сейчас? Музыка другая, да? Музыка другая. Смотрели с тобой? Может быть, у нас свои дети? Ничего такого бы не было. Это мы с тобой смотрели. Видел, что показали. Посмотрите на это. Я был женат на Анжеле. С каждой минутой все абсурдней. Самый качель. Здесь я вроде ничего не пропускал, кстати. Здесь я вроде все осмотрел. Так, это мы смотрели. Саундтрек другой, кстати, самое интересное. Музыка другая.
Жесть. Мы здесь, ну давайте еще раз посмотрим, чего нет. Может, оно вовремя. Да. Это все читал, ребята, в этом в основном прохождении, в конце, в финале все это дело читал и смотрел. Девочка, надо найти ее. Ну смотри, сейчас все выжили у меня, сейчас все выжили персонажи, все просто все. Она здесь. Что за черт? Стой тут. Эндрю, что происходит? Так. Он ведает, что я желала признаться во всем судье. Нет, стоп. Ты спасешь меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно созван, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты дитятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаны не смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействе! Это безумие. Эти люди с ума нахрен посходили. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу. Стойте. О помощи! Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Здесь точно творится что-то неладное. Прямо в сердце города. Нет сомнений в том, что Литл Хоуп заражен. Тьма крепко завладела нашим городом. Нет промеж нас ни мужчины, ни женщины, кто не почуял дьявола подле себя. Суд призван искоренять всякое зло, а не потворствовать ему. Не трать наше время попусту. Ты все перепутал, Мэри не виновата. Как мне решиться? Ошибусь, приговорю невинного к смерти. И
Единственный выход, который я вижу, избавиться от куклы. Уничтожь ее и... Куклу должны истребить. Может, все кончится. В ней причина недуга Мэри. Бедная девочка в ее власти. Истребите куклу, и дьявол оставит Мэри. Она воротится к нам. Она невинное дитя. Отче, сожги куклу. Уничтожь ее. Прошу, не решай поспешно. Дитя должно ощутить последствия своих деяний. Мои слова не надлежит обсуждать. Исполняй. Кукла Мэри была сожжена, из-за чего в здании сюда разгорелся страшный пожар. Ты сделал все возможное. Не вини себя. Ты ни в чем не виноват. Да, посмотрим сейчас этот финал, и там надо по-другому было что-то сделать. Окей. Это же все? Я думал, если куклу... Этого будет достаточно. Ты точно был прав. И ты не мог предугадать, что случится. Это был просто несчастный случай. Может, у нас и остались вопросы, но отвечать некому. Давайте пойдем. Ты как? Что случилось? Девчонку мы больше не увидим. Они все ушли. Курс изменен. Джилл пережила ночь. Дэниел пережил ночь. Тейлор пережила ночь. Джон пережил ночь. Не после этого раму уже кумерить, ага. Так, другой финал, ребят. Все выжили, смотри, все идут. Не шутя, не шутя. Эй! Мне жаль. Знаю, ты не виноват. Нам обоим пришлось несладко в последние годы. Или отсюда есть закусочная с рабочим телефоном. Вызови помощь и уезжай отсюда. И не возвращайся. Тебе тут нечего делать. Та самая закусочная изначала, прикинь. С самого начала до закусочной. Да чего же приятное чувство. Вы не подумайте. Я счастлив, что мы все отсюда выбрались. Но? Меня завтра уволят нахрен. Ну? Какие планы, Тей? Не знаю, Дэн. Но не пропадай. А там посмотрим. Из-за меня вам столько пришлось вынести. Это со мной до конца.
Ты здесь не один. Не надо себя винить. Мы все прошли через это. Ты же знаешь, да? Мы выбрались из этой дыры. Только жаль, что не все выжили. Грубо говоря, он... Мы направляем всех через Little Hope. Он поборол свои страхи, свои вот эти триггеры, что ли? Поборол, конечно, свои триггеры, что ли? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Спас их всех. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Для своего спокойствия. Или прощения. Не знаю. Это мы с вами видели, ребят. Можете все заткнуться! Так мы не найдем помощь и не выберемся. Эй! Здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чего? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Выпивка моя все. Если вы можете чем-то помочь, мы будем благодарны. Нет никаких нас. Что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Спусти меня! Эй! Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Он сказал прощение для самого себя. И спокойствие, так понимаю, правильно? Чтобы избавиться от триггеров, точнее триггеров. Видимо, на его психику, эмоциональный фон это очень сильно повлияло. Сожалею, соболезную. Что ты скажешь? Ну все, конец. Свободны. Так, а что? Но вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. О, похлопал, смотри, нам похлопал. Поздравляю. Ваш подопечный пережил чувство вины, ужаса и сохранил жизнь. И вы в итоге... Нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. Может быть. До новой встречи. Возможно, в Тихом океане, или Арабской пустыне, или где-то еще.
но мы встретимся вновь. Один раз точно. Классная игрушка. Прикольно. Вот это глубоко, кстати. Вот эта концовка хорошая, добренькая, знаешь, такая концовка. И показывает всю суть по факту. Не то, что типа водителем был, ну, все это время водителю ходил, да, все это время водителю. А показывает настолько глубоко, типа, все это дело, то прям хорошо. Прям очень хорошо. Мне нравится. Классно. Стоило ли это перепроходить? Я считаю, стоило, ребят. Я потратил около 7 часов со всеми перепрохождениями. Еще считаю, что я больше половины игры прошел на на максимальном уровне сложности, без подсказок. Перепрошел, точнее. Да. И также прошел на максимальном уровне сложности, без подсказок. Ну, первый раз игру, то есть с основного прохождения, да. Это стоило того. Мне понравилось. Бля, прикольно. Прикольно. Но мы сейчас еще кое-что попробуем с вами. Другие выборы. Там в интернете написано, что нам нужно другие выборы было сделать. Дело было в кукле в итоге, да? В кукле этой. Возможно. А возможно нет. Кто знает. Сейчас мы это с вами и узнаем, я думаю. Итоги. Вернемся, когда пройду титры, все это дело, да, я запущу и пройду два момента снова. Бля, вот я не знаю, выпускать это как... Конечно, если вы видите это как отдельную серию дополнительную, то я решил не совмещать. Типа в одну серию все, потому что так оно очень длинно получилось, на 7 часов. Это жесть вообще. На 7 часов серия получилась, на 7 часов, ребят. А это нужно мне сделать, не 7 часов, нужно сделать 55 минут. Я думаю, скорее всего, я сделаю как вторую, как дополнительную серию, возможно. Можно нет, посмотрим. Посмотрим. Возможно, видите, все это в одном видео. Возможно, я сделаю два видео. Посмотрим. Это мы с вами видели, да? Правда, в предыдущей игре. Ну, опа. Поэтому говорю. Это следующая игра. Может, все обзор тоже пройдем. Обязательно пройдем. А теперь мы с вами перемещаемся снова туда и выбираем чуть другие. Ну, в диалоге выбираем чуть другое. Другие выборы. Интересно, какой будет тут, ну, какой будет финал еще один. То есть посмотрим, три финала получается, либо это будет такой же финал, посмотрим. Интересная мысль была сказана в этой игре. Когда ты побеждаешь сам себя, никто эту победу у тебя не отберет. Никогда.
Это очень хорошая мысль, ребят. Очень глубокая, хорошая мысль. Мне понравилась игрушка, классная игрушка. Курс изменен. Хорошая концовка. Ну, глубокая, хорошая концовка. Прикольно, мне понравилось. Классная игрушка. Были баги, но ничего страшного. Ну, все. Конец. Свободный. Пока что. Но вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Поздравляю! Ваш подопечный пережил чувство вины, ужаса и сохранил жизнь. И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. Классная игрушка. Классная. Что Man of Medan, что Little Hope. Достойная игра, реально. Мало таких игр, или вообще даже почти нет таких игр, похожих на эту. Ну, не читая Until Dawn, The Quarry, что там, как называются эти игры. 30-й до новой встречи. 30-й новый разработчик. Возможно, в Тихом океане, или Арабской пустыне, или где-то еще. Но мы встретимся вновь. Один раз точно. Это все вроде разработчик, как я знаю, Ира. Бля, прикольная игрушка. Блин, до мелочей сделано, прикольно. Жалко, что, конечно, тут, ну, хотя, с другой стороны, нормально, что тут три финала, да, всего лишь. Да, три финала всего лишь, да. Прикольная игрушка, мне понравилась. Спасибо команде, кто прикоснулся к этой игре. Спасибо вам за такую игру. Что за Man of Medan, что за Little Hope. Очень классная игра. Спасибо вам, что были со мной в этом путешествии. Теперь на этом точно все. Как минимум, с вами видели две концовки. Одну в основном прохождение, мою концовку, которую, на которую я прошел, да? На которую я прошел. И другую, дополнительную. Поэтому спасибо за просмотр. Такая игра была. Это была The Dark Pictures Anthology Little Hope. Классная игрушка, достойна внимания. Прошел ее, ребят, я прошел два раза ее на максимальном уровне сложности. Почти. Второй раз, ну, первый раз я прошел на максимальном уровне сложности без подсказок, без всего. Полностью. А тут я почти под конец уже включил щадящий уровень, потому что сложности и подсказки, потому что так, ну, смысла нет перепроходить, как по мне, перепроходить на максимальном условии. Поэтому так. Спасибо за просмотр, спасибо вам за то, что были со мной в путешествии. Классная игрушка, достойная внимания. Перепрошел бы еще раз, возможно, когда-нибудь, да. Я уже ее перепрошел, ребят, уже перепрошел. Для концовки перепрошел. Достойно, я думаю, заслуживает внимания, заслуживает лайк от вас и подписчики. Спасибо за его, за ранее кто-то делает. Для меня это очень ценно и приятно. Вот. И все. То есть еще раз. А, скажу. Вы местами могли увидеть какие-то выборы, да, где я делал. Если вы, ну, увидели не все, не все выборы, да, не все диалоги, не все выборы, знаете, там были те выборы, которые я уже делал в основном прохождении, поэтому их не было. Вот. Теперь тоже спасибо за просмотр, спасибо, что вы были со мной. Еще раз повторюсь, спасибо, что вы были со мной в этом приключении. Классно. Классная игрушка. Вот. Все, Man of Medan, что ли, плохо повторюсь, очень классные игрушки. Вот. В принципе, все. Спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте. Бля, классная игрушка. Она, блин, как Man of Medan, становится на полочку вместе с метро, сталкером, вот это все. Бля, классная игрушка. Увидимся в следующих играх. Давайте. Oh, death, won't you spare me over for another?